Привет, друзья! Сегодня делаем очередной обзор покупок из Болгарии. Я уже показываю вам вот серенький пиджачок для моей дочки. Постараюсь снять видео максимально быстро, чтобы вас особо не утомлять своими обзорами. Просто буду показывать цену и немножечко комментировать. Мы взяли за традицию отдыхать на море теперь только в сентябре, потому что, ну, вы понимаете, сезон скидок на сувениры, на продукцию той или иной страны, на вещи для детей, на вещи для взрослых. Поэтому полюбуйтесь, какая красота. Я привезла целый чемодан для своей дочки. Потихонечку буду вам писать цены в евро и немножко буду комментировать. Купили, кстати, отдельный чемодан. Я не знаю, почему я не записала видео с чемоданом, как мы гордо его везли по Солнечному берегу, но он такой классный, итальянское качество и совсем за смешные деньги, ну, по нашим меркам, скажем. Поэтому начинаем с вами разговор про одежду. Я очень-очень люблю джинс. Мы ездили трижды в Несебр, потому что Несебр находится рядышком с Солнечным берегом. Там есть отличный магазинчик, который продает только джинсовую одежду, также и обувь из джинсы. Очень хорошее качество и, в принципе, по нормальным ценам. Конечно, немножечко они кусались, даже несмотря на то, что это был сентябрь, но мы, конечно же, сторговались, потому что набирали уже всей семьей покупки для всех. Отдыхали мы с 11 сентября по 25 число, поэтому застали даже ветер и когда уже никто не купался. Но тем не менее цены нас порадовали. Конечно, в последние дни поднялся ветер, начался дождь, палатки закрывались, но тем не менее были места, где еще можно было приобрести очень красивые вещи по хорошим ценам. Я уже делала обзор косметики, которую я привезла из Болгарии. Получилось две части. Чтобы не сильно вас утомлять, у меня получилась одна часть про косметику для лица, уход за лицом. И вторая часть видео – это про средства для тела. Я оставлю в описании ссылочки на эти два видео, поэтому обязательно их посмотрите. Подписывайтесь, кстати, на наш канал. Впереди еще очень-очень много интересного. Мы много путешествуем, поэтому будем по возможности выкладывать все прикольные видосы из разных стран, в том числе и покупки, которые мы там приобретаем. Мне очень-очень нравятся эти ботиночки. Посмотрите, какая красота. Во-первых, цвет насыщенный, такой вот лиловый, или фуксия, или малиновый. Вот не могу даже правильно назвать этот цвет, но это действительно натуральная замша. Очень хорошая цена. Я купила для дочки с большим-большим удовольствием. Конечно, они немножко большеваты, но детки, как правило, быстро растут. Нам еще впереди это все пригодится. Очень классная, наверное, самая любимая покупка – это эти ботиночки и вещи из джинсы. Кстати, накупили тепленьких вещей немало. Куртки, байки, такие тепленькие кофточки, костюмчики детские, трикотажные, в том числе и спортивные, по совсем смешным ценам. Поэтому бытует мнение, что на курортах можно покупать только летние одежды. Неправда. Можно затариться реально нужной одеждой для осени и для зимы. Ну, поскольку у нас холодно, поэтому мы так и сделали. Обуть, что тебе обуть? Обуть. Ты хочешь обуть ботиночки? Да. Дочка увидела, что я снимаю ее ботинки, она хочет их обуть. Ну, давай, пойдем померяем. Отвлекусь на секундочку, друзья.
На солнечном берегу очень много итальянской одежды и турецкой. Вообще мне нравится качество турецких производителей. Поэтому, что касается джинсов, мы покупали Турцию. И различные костюмчики для дочки, платьишки мы покупали из итальянской коллекции. Там тоже были большие скидки. Я в том числе и себе еще накупила много одежды. Но, наверное, я не буду делать отдельный обзор, потому что там не так уж много вещей, и 1-2 минуты снимать не совсем интересно. Больше всего, конечно, затарились для дочери, поэтому делаю это видео специально для маленьких модниц. Приезжайте, друзья, в Болгарию. Что касается летних маечек, мы попали хороший бутичок такой, если можно так назвать, как раз находился напротив нашего отеля. Мы отдыхали в отеле «Зорница», 4 звезды, кстати, в этом году получил этот отель. Такой семейный, хороший, уютный, отличное питание, всем рекомендую. В плейлисте под названием «Болгария» у меня есть небольшой краткий обзор этого отеля. Поэтому, кто собирается ехать в Болгарию в этот отель, обязательно посмотрите. Вы не пожалеете, едьте обязательно. И там, выходя из отеля, если немножечко пройти, я ошиблась не напротив, а, скажем так, справа от отеля находится небольшой такой вот ряд бутиков с купальниками, со взрослой одеждой. И есть один бутичок, как я называю, для детей. Там можно купить по 2-3 евро майки красивые, с такими всякими блестяшками, костюмчики. Для новорожденных очень-очень большой выбор, тоже по смешным ценам. Всем рекомендую. Ну, как известно, болгарские курорты не самые дорогие из всех европейских, это понятно. Но если есть цель затариться для детей, накупить всего самого полезного, интересного и красивого, то Болгария, наверное, незаменимая страна, где можно приобрести товары и для себя, и для всей семьи. То есть косметика из розы, турецкие вещи, итальянские вещи. Поэтому я очень рекомендую, если вы будете отдыхать в Болгарии, не проходите мимо и едьте в сентябре. Напоследок покажу вам свои прекрасные ботиночки, которые я купила для себя. Я не могла их не показать вам. Это просто, просто очень-очень красиво. И я очень довольна этой покупкой. Я говорила про магазинчик в Несебре, поэтому обязательно загляните туда, гуляя по прекрасной набережной. Подписывайтесь на наш канал. Я очень много буду рассказывать о тех местах, где мы путешествуем. Не только про наши покупки, но также и про страну, где мы живем, а именно Беларусь. Поэтому не переключайтесь, ставьте лайки, смотрите до конца наше видео и будьте с нами.